Привет, я Ксюша. Расскажу вам про замечательную игрушку антистресс «Кошка улыбается немножко». Купи ребенку ТВ. Данная кошка рыжего цвета. У нее вот такая вот немножко улыбка чеширского кота, выразительные белые глаза и большие рыжие уши. Также у кошки имеется вот такой вот выразительный хвост, который загнут крючком. Наполнителем данной кошки является специальный материал полистирол. А полистирол безвреден для детей и взрослых, поскольку он не вызывает аллергии. А кроме того, он может принимать любую форму. То есть мы можем нашу кошку сделать более кругленькой, также, наоборот, сделать ее более плоской. Данную игрушку можно использовать как антистресс и подушку. Игрушка станет прекрасным подарком как для взрослых, так и для детей. Кроме того, эта замечательная кошка будет радовать всех своей улыбкой. Пока, друзья, смотрите куперебенку.тв. Купи ребенку ТВ.